В центре Средней Азии лежит страна поднебесных гор, стремительных рек, голубых озер, страна альпийских и субальпийских лугов. Киргизия — одна из 15 равноправных советских республик. В прошлом кочевой, не имевший письменности киргизский народ, создал самобытное национальное искусство. Издревле славились киргизы умением с большой фантазией украшать свои жилища и одежду. Прикладное искусство, бережно донесенное народом до наших дней, питает своими соками современное изобразительное искусство. Удивительно пластичен и вместе с тем прост киргизский узор. Лаконизм его рисунка, многозвучие сочных красок создают бесконечное число неповторимых сочетаний. Даже в каменных узорах сохраняются ритмы ковровых рисунков, истоки и мотивы которых уходят в седую древность. Большим уважением и любовью окружены в Киргизии сказители-певцы, гомеры 20 века. Из глубины веков дошло до нас богатейшее устное народное творчество киргизов. Память Манасчи хранит сотни тысяч стихотворных строк народного эпоса. В эпосе «Манас» с необычайной широтой и проникновением выражена душа народа, его свободолюбие, поэтичность, любовь к своей земле. Жарағымдан айрылып, жаңғыз қалған екемін қананымын, айрылып атаңдың көрі дүйіне қаңғырып қалған екемін. Деп өшімді бір екен өте сеп болып келген екемін, өмі келген аяшқа кеп болып келген екемін. Жазатқаның бұдығын көрбей келген екемін, ұстырған жанымында. Қаса бүтіп, өпкін бүтіп, өт болып соға қанға қапсылашқан қапыраға. О, мен бейлбей келген екемін. Красота окружающего мира всегда была тем мощным импульсом, который побуждал человека к творчеству. И сегодня краски и запахи родной земли, люди, украшающие ее своим трудом, вдохновляют киргизских художников на создание ярких, запоминающихся произведений. Thank you.
Многие из этих полотен вошли в золотой фонд советского изобразительного искусства. Октябрьская революция 17-го года избавила народ от вековой нищеты и угнетения, принесла ему радость свободного труда. И каждый художник всегда помнит о том, что рождению и расцвету своего искусства он прежде всего обязан великому октябрю. Вот почему тема революции, борьбы за новую жизнь, за установление советской власти – наиболее волнующая тема в творчестве киргизских художников. С большой любовью обращаются они к светлому образу великого народного акына и революционера Токтагула Сатылганова. Поэт первым воспел советскую действительность и призывал свой народ помнить, кем он был в прошлом и кем стал после октября. Вот оно, устремленное в будущее, молодое поколение советской Киргизии. В южной части республики на реке Нарын сооружается высокогорная Токтагульская ГЭС. Ее мощные турбины дадут ток не только Киргизии, но и братским республикам Средней Азии. А воды Нарына, укращенные высотной плотиной, оросят сотни тысяч гектаров засушливых земель Киргизии и соседнего Узбекистана. Где бьется напряженный пульс созидания, черпает свое вдохновение и художник. Он становится свидетелем великого обновления Земли.
На этой древней земле не только разводят сады, выращивают хлопок, хлеб, сахарную свеклу. В республике создана мощная современная индустрия. Промышленность Киргизии выпускает продукцию на уровне мировых стандартов, которая экспортируется во многие страны земного шара. Молодой рабочий класс республики стал героем произведений киргизских художников. В горном крае выросла своя творческая интеллигенция. Республиканская академия наук объединяет более 50 научно-исследовательских учреждений. Внуки бывших кочевников занимаются проблемами кибернетики и биологии, горного дела и медицины, химии и эстетики, экономики и литературы. Достижения ученых широко используются в народном хозяйстве республики. Киргизия сегодня — огромная строительная площадка. Невиданными темпами растут новые города и электростанции, заводы и больницы, школы и театры. Художник в наши дни не созерцатель, он активный участник стройки. Умело используя традиции национального искусства и современные методы строительства, художники и архитекторы создают новый облик городов и сел. Творение монументально-декоративного искусства – это вдохновенный гимн обновленной и счастливой земле, имя которой – Советская Киргизия.